Всем, ребята, доброе утро. Ну, вот такая вот у нас сегодня погода. Легкая изморозь пока, кстати, не видно. Вон, на машине-то ехали, прям думали, дождь идет. На самом деле изморозь, вроде погода ничего. Ну и мы сегодня приехали на хутор. Сейчас вот пойдем в ту сторону, попробуем покопать на этом хуторе, который нашли. Ну, вернее, пошурфить место, где был домик, в общем. Ну и погода такая не очень располагает по капушкам, но ничего не поделаешь, надо. Ой, ребят, ну что, идем, пока еще идем. Где-то процентов 20 прошли мы. Вот. Вот эти бугры всякие, валежник. Валежник, он за тем поворотом. Вот, валежник и все такое нам создает некие неудобства. Сейчас мы вылезли вообще аж на поле. Тут получше чуть идти. Так, ребятки, мелкий дождь. Мелкий дождик. И, в общем, мы приступили. Земелька, смотрите, какая. Визуально не видно вообще ничего здесь. Вот. О, все. Скажем так. И вот у нас первый сигналец. Это что-то у нас земля, кстати, сухая. Это у нас, ребята, 2 копейки. Сейчас посмотрим, что там. 1874 год, душечка. Сохраню в таком. Ну и вот керамика. Идет фарфор, это кузнецовский, вот с таким рисунком. Вот, 1800-х годов спокойно может быть. Так вот. Вот, в общем, первая монетка есть. Текс, что у нас тут? У нас тут, ребят, совет откуда-то нарисовался. Вот. Вот такой вот замечательный. Ну, давно я их не видел, на самом деле. Советинок-то. Я не ожидал их здесь встречать. Ну, а кто их ожидал? Я их нигде не ожидаю встретить. Ну, вот, однако, они попадаются. О, какой красавчик. 1934 год. Выкини. Да ладно, выкини. У меня такого нет в коллекции. Да. Шмурдичинка, ребят, в этот раз. Это у нас, ну, что-то было. Благо, вот земля сухая. Все хорошо. О. Даже с посеребрением. Не знаю, что это. А вот так, наверное. О. Что-то было. Му. О, написано. Муши. Какой-то. Не знаю. Что там за муши. Ну, короче, это такая вот шмурдичинка. Ребят. Наконец-то монетосинка. По сигналу что-то имперское. Ой. Что-то подустали, честно. Да, ребят, это... А, я думал... А копеечка, да. Ну, сохран очень хорош, смотрите. 1900... Да, сохран вообще бомбезный. Ух. 1909 вроде. Ну, хоть так вот, и то хорошо. Все, как говорится, не пусто. Ну, вот какая-то пряжка, что ли, была. Не знаю, сейчас обчистил ее. Такая вот, похоже, да. Типа такую маленькую пряжечку. Это мы возьмем. Что-то давно мы не шурфили. Давно сигнал прям очень бодрый, что ж в онлайн режиме решили записать. Сигнал вообще прям. Огонь? Да. Ну давай. Ну как огонь? Такой хороший сигнал. Че там?
Сейчас. Смотри. Че смотреть-то? Я ж камеру смотрю. Я не вижу ничего. Наградняк какой-то. Че-то нашел опять хорек. Смотри, на закрутку вроде на месте. У меня ж, блядь, клешня затряслась. Да, да, имперский. Слушай, это я за этим сюда приехал, а не ты. Ага, иди в жопу. Ты с другой стороны копаешься. Да, имперский, что, смотри. Да, 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 империя. Бля, он целый вообще, смотри. Так и место-то какое. Он целый, блин. Кто-то тут жил такой веселый, я думаю. Вот ты хорёк, блин. Да, вообще, смотри, целый. Давай хорошего там теребонить, показывай. Ну что теребонить-то, блин, надо почистить. Давай закрутку, смотри, закручено. Ну это надо отмачивать. Смотрите, ребят, хмырь какой-то опять нашел. Блять. Ты, мать, не ругайся тут. Сори. Вообще, смотри. Давай ко мне поверни его. Да я к тебе повернул. Что там, камера-то видит? Видит, конечно. Я не вижу. Резкость. О, переверни. Смотри, закрутка на месте. Хорош. Слушай, она... Цветная же, да? Ну, как там латунная, латунная. Вон, видишь, смотри, даже видно вон. Вон, здесь вон, латунь. Ну, какой-то бронзово-латунный. Сигнал-то был вообще. Смотрите на это довольное лицо хмариное. Ладно, ух, давай, пока. А это, ребята, как оказалось, далеко не частый нагрудный знак. Вяземский 115-й пехотный полк. Полк ведет свое существование с 20 августа 1798 года, когда был сформирован в Ярославле. Полк имеет большой военный опыт. В 1828 году он принимал участие в войне с Турцией. В 1853 году полк участвовал в осаде Силистрии. Также данный полк принимал участие в русско-турецкой войне в 1877 году. Во время Первой мировой войны Вяземский полк участвовал в боях в Восточной Пруссии и в феврале 1915 года был практически весь уничтожен при прорыве остатков 20-го корпуса из окружения. Хо-хо-хо. Тут даже и сплясать-то можно, да? В пляс вдариться. Угу. Ну, вот, короче, сегодня Алёша молодец. Потому что мой сынок, блин. О, ребят, сигналище-то тоже был такой, но цветное, сразу понял, что что-то хорошее будет. Но здесь или что-то хорошее, или вообще ничего. Вот она, Александр. А тот раз, когда мы нашли это место, тут как раз вот они попались, эти монеты. Смотрите состояние. Земля, земля. Офигеть, Александр II. 1862 год. Монетка. Практически в идеале. Мы же долго копаем, конечно. Сигналов, кстати, мало. Фу, зато некоторые из них, ух, какие бомбические. Лёха там гильзы нашел. А там нету? Хм, странно. Может, рассоперенные какие-нибудь валялись? Не, ну говорю, может, просто рассоперили, разломали и бросили. Нашел там, короче, от этой... От противотанкового ружья. Гильз к целой куче. Вот. Сбоку на шурфе. А у меня тут, ребята, с отвальчика появился. Сначала думал империя. Ну, билд на империю. А это, ребят, душечка 24-го года. И сохран, смотрите. Ух, мать теперь божья. Смотрите, сохран. Ха-ха-ха. Сохран просто шедевр. Всегда вот так попадались монетки в таком сохране. Было вообще бомба. Сигналов, ребят, не было уже очень долго. Ох. Что-то, ну, слабовато, конечно. Рассчитывали намного покруче, что будет по находкам. Но слабовато, конечно. Вот трешечка тоже в сохране в таком хорошем, кстати. В очень даже хорошем.
Прям вообще прям поверхностный, поверхностный, легкий окисл. Смотрите, даже вот все читается, вообще не потерто. Это хорошие монетки. И чуть немножко вот почистить их, буквально пару минут подержать в средстве, и все. Будет вообще прям конфетка. 1900, я не вижу, кстати. 1900, по-моему, да, 15-й год. Но все равно, я считаю, даже вот так вот хорошо уже. Когда вот такие находки, самое главное, не впустую. Ну, про знак-то я вообще молчу. Он весь день сделал мой. Ну что, ребят, на сегодня заканчиваем. Сейчас остатки шурхов прикапываю. Вот. Блин, 5 часов. Кстати, вот мы прошурфили место, где домик был. Ну, маловато, конечно, находок. Как-то странно, даже не знаю, что здесь стояло. Ну, считали, что хутор. Ну, может быть, даже и хутор какой-то. Ну, что-то недолго он прослужил. Сейчас я вам покажу быстренько мои находки. Вот так вот, в общем, сегодня куча керамики. Ну, это все я не снимаю, но она вся бита, потому что там показывать-то нечего. Фарфор, керамика, очень много битого. Ну, про это я промолчу, ребят, это no comments. Я до сих пор, блин, до сих пор прям, ух. На самом деле, смотрю, у меня эмоции, это вообще, блин, он целый. Да, вот такой вот. Если найти разломанный, будет печаль. Кстати, я находил недавно, я еще не знаю, видео. Наверное, уже выходило видео. Орлянка вся погнутая была. Ну вот, короче, ребят, как-то вот так. Монеты, в принципе, все в сохранчике. Но монеток мало, считайте, 6 штучек всего у меня. У Лехи где-то, наверное, ну, без такого знака, конечно. Наверное, штучек 8 монеток получилось. Ну вот, как-то так сегодня. Ну, в общем, все, ребят. Сейчас выдвигаемся уже в сторону автомобиля. Кстати, погода сегодня, точнее дождик, нам сегодня практически нервы не трепало, это очень хорошо. Земелька, в принципе, сухая в лесу. Будем прочесывать дальше. В следующий раз, когда приедем, будем уже прочесывать дальше, смотреть, может быть, что-то еще мы найдем. Ну а на сегодня все, заканчиваем мы. Легкая такая усталость, так как давно что-то мы не шурфили, уже немножко отвыкли от этого. Едем домой, короче, отдыхать. Ребят, спасибо, кто смотрел. Все полезные ссылки, конечно же, под этим видео в описании. Всем, ребят, крепчайшего здоровья и до новых встреч. Пока-пока.